Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбабам, и продолжаем проходить игру Mass Effect Andromeda. Ну что ж, мы с вами отправляемся проверять вот эти вот координаты по заданию наблюдателей. Ресурсы пока мы здесь с вами все нашли. Задание с ядрами реликтов почти что уже выполнили, потому что мы все ядра нашли и получили координаты. Вот тут у нас уже пошли кеты, да? Не очень пойму, как это произошло. Промазал, бывает. Тоже тороплюсь. Ай, засранец. Ну и что, никто не пойдет? Да, толпа и все стоят. Да, ты издеваешься, промазал. Так, остались все внутри. Пособираю? Пока. Согласен. Так, а где-то наверху, что ли, получается, находится? Так, никаких контейнеров. Ничего нет, да? Ну хорошо. Stand by. А, серьезно? Эх ты, блин, засранец, блин. Отлично, 40-й уровень. Круто. Отлично. Хорошо. Вот теперь можно сваливать, согласен. Так, генератор. Ну, в принципе, здесь больше нет никаких ресурсов, что можно будет пособирать, так что... Есть только внизу, я что-то упустил. Так, во-первых, подожди, боеприпасы. Отлично. Ну вот контейнер уже упустил бы я.
Ну, а все остальное интереса не представляет. Так, тогда теперь отправляемся вот сюда. Здесь у нас осмотреть Blackrot Tant и здесь проверить еще одни координаты. Как раз вот тут ядра реликтов. Непонятно, что за сооружение. Я так и не могу понять, что это такое. Так, куда бы лучше нам заехать? Сразу тут начинаются залежи. Правда, ничего нет. Пиби, did I see you unpacking the other day? And then packing and then unpacking. What? No. Maybe. Trying to keep me on my toes? Just keeping me on my toes, actually. Отлично. Так, железо забрали. Ну, в чем дело, давай. Отлично. Вниз. Так, ну ладно, выходим. Во-первых, здесь тайничок. Отлично. Так, ископаемым еще не закончили. Так что, наверное, сейчас продолжим. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Так, а где мои эти дроны? Один вот здесь. Другой где-то там. Вот он. Хорошо. Графит нашли. Watch for reserves after the first assault. Thanks for the tip. Блин, у них тоже снайперы. I'm
Ух ты! Вы что, с одним справиться не можете, что ли? Joel, are we clear? We are clear. And we still have Bradley's signal. Right. Let's see what they were protecting. This worries me. Рока are not pirates. Собираем пока останки. Откуда ты тут взялся? Тут еще реликты, блин, есть. Get ready to fight. Все, отлично. Так, смотрим дальше. Так, я нашел консоль. Еще есть блок данных. Интерфейс маяка Ройкаар. Запуск выполнен. Развертка разведлагеря у Черной Скалы выполнена. Отвлекающие рейды в процессе. Челноки прибыли. Ответственный Аксул. Остановка в системе. Размещение направляющего маяка для атаки не выполнено. Смена патрулей, ответственный Брэдли. Размещение маяка не выполнено. Обнаружен первопроходец. Ожидаю инструкций. Да ё-моё, с одним мелким справиться не можете, вы чё? Так, консоль. This signal can call dropships to a precise location. That's a Rokar strategy. The scout would have placed the beacon in the center of Prodromos. Telling Axul exactly where to strike. Bradley, Blacklock was a Rokar scout with a homing beacon. Shit. Glad you put an end to that. This job is half done. We need to ensure they don't come back. Not sure what you're asking, Pathfinder. We can't risk our first outpost. Technically third. We lost the first two. Promise and resilience. What are you planning? We use their beacon. They want a target? Let's give them one. On our terms. Site 2 is still powered. You could broadcast from the old comm array. Bait and switch at site 2. Let's go. Mm-hmm. Отправиться на объект 2. Стойкость. Хорошо. Но не сейчас. Сканировать вроде тут ничего не надо нам. Да откуда вы мелкие беретесь-то, ну? Nice work. Вообще непонятно. Ладно. Нам надо закончить еще минералы здесь. Но мы уже вне зоны. О! Все, отлично. Закончили. Давай теперь сюда. За тайничком, а потом уже по заданию вот сюда. Change worlds, but places like this feel solid. The Black Rock feels old. Good to remember we're the new ones. Looking up at rocks, looking down on rocks, not interested in rocks. Кетов нет, но и тайника я не вижу. Где-то, по идее, должен быть вот здесь. Может, внутри? Отлично. Мы нашли то, что искали.
Так, ну теперь, в принципе, можно и по заданию выдвигаться, да? Вот тебе ядра реликтов, да? Чё, всё? Кетов пока не видать. Да ладно. Устранить кетов. Отлично. Так, я там еще одного не вижу. We've got targets. Ах, ты промазал. Отлично. Так, ну кеты не все, да? Во-первых, надо тут сканировать. Что-то прям точно было на скан. О, серьезно? Да, это я уже понял. Для того, чтобы открыть контейнер, мне надо все тут отсканировать, да? А нельзя просто, блин, взломать, да и все, и не париться со сканированием. Блин, и где их еще искать? Эти данные для скана. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ты возьми, блин. Чтоб тебя. Thank you.
Ой, не туда. Понятно. Ну что, опять меня продолжает игра радовать своими выходками дурацкими. Во-первых, я в ковчеге. Опять игра вылетела. Ну, полный бред, как всегда. Устраните кетов. Каких кетов? Тут уже никого нету, блин. Ой, тупизматизм. Боже мой. Тупизматизм с кретинизмом. Вещь неизлечимая. Я не знаю, смогу ли выполнить теперь задание. Ага, консоль. What is this? Accessing. Pathfinder, this console holds detailed records of the native wildlife on Eos. This is vital information. Can Prodromos use it? It would provide a significant benefit to initiative colonists. Good. Let's give our people a welcome gift. Кеты сами по себе умерли. Кеты сами по себе умерли. Ну ладно, черт с ними. Как же нас любят разработчики баловать сырыми играми, а? Ну, просто какой-то кошмар. У меня теперь вопрос, я теперь отсюда смогу выйти? Да, вроде выходит нормально. Ой, бредятина. Ладно. Так, там у нас остался, получается, только контейнер, который надо забрать. Нет элемента, ну и черт с ним, не хочу этим заниматься. А в чем сложность? О, я даже взломом не могу заняться. Ё-моё, мне по-любому надо искать элемент, да? По-любому. Да что ж ты будешь делать-то? Почему так все это сложно? Позаныкали куда-то этот последний элемент, блин. Я даже не знаю, где его искать. Я боюсь, что сейчас я опять куда-нибудь свалюсь, и снова мне игра вылетит. Это я все отсканировал. Ну, наверное, в большом зале где-то остался еще один скан. Ну, возьми ты скан. Серьезно, опять кеты? Что за бред? Ты что тут заныкался, друг мой? Все? Все? Отлично. Фух. Так, давай сканировать теперь. Может быть, что здесь упустил я?
Да, точно, отлично. Хорошо, пошли подключаться. Как только я буду свой качельник выводить отсюда, я не понимаю. Я вообще не могу понять, как он здесь оказался. Ай, бредятина. Но я не буду его взламывать. Я воспользуюсь системой взлома. Да, получается. Отлично. Все, возвращаемся. Нам, скорее всего, надо куда-нибудь сейчас портануться, потому что у нас кочевник остался внизу. Какой-нибудь передовой станции. Approaching the nav point, the cat extracted from the remnant cores, Pathfinder. Keep an eye out for nearby cat. Так, отлично. Смотрим, куда бы нам с вами портануться. Здесь еще есть ресурсы. Ну вот давайте сейчас, наверное, сюда портанемся, соберем здесь ресурсы. Соберем еще вот здесь как раз ресурсы, когда будем подниматься. И отправимся сюда. А, мы еще здесь с вами маяк даже не разместили. Вот это обидка. Тогда сюда размещаем маяк. Потом сюда обратно протанемся. Соберем здесь ресурсы, здесь. Это с данными в продрому свернуться. Сюда. Устроить засаду. Это потом, под конец. Совсем я забыл про этот маяк. Серьезно? Тут есть кеты. Да нет. Благо здесь нет кетов. Это что еще за установка такая? Ракетно. Ядерная. Another job done, Dad. Reset and hit the next. I'm watching, and I'm proud. Eric Jr. signing off. Job done, Eric's. Let's go shoot many things. Ой, да ладно, ты соскучилась по стрельбе. Постреляем, постреляем, но не сейчас. Идем за ресурсами. Так, отправимся сначала за первым вот сюда. О, да ладно, еще одно место интереса, да? Там уже реликты вовсю. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Серьезно? Thank you.
Ну давай. Готов. Остался последний ушастый. На тебе прям в попу ушастый. Так, собирать ничего не надо, поехали. Поближе подъедем. Потому что, возможно, здесь есть ресурсы. Так, а вот и все место интереса. Контейнер. Все, закончили. Больше здесь ничего нет, да? Хотя нет, какой-то контейнер еще есть. С противников ничто не выпало, так что... Ну, я и занимаюсь ресурсами, Сэм. Занимаюсь. Так, а мне стоит туда, к этим кетам идти? Или черт с ними? Давай сюда и на знак вопроса потом. Даже еще нашел ресурсы. Ну, еще одно, получается, место интереса. Так, железо есть. Отлично. Попробуем его здесь вот сейчас поискать. Отличненько. Так, хорошо. Идем к месту интереса. Ну, молодец. Так, сканировать нечего. Место интереса посетили, посмотрели. Так, куда дальше? Дальше нам надо идти вот сюда вот. Собирать там ресурсы. Ой, тихо. Ванадий. Ванадий нам нужен для оружия. Так, интересно, здесь я смогу забраться? Вряд ли, конечно, мне кажется. Ну, попробуем. Ну, давай вот сюда вот. Бляха ты, муха. Ну, не туда же хотел я. Вот, отлично. Другой разговор.
Блин, ну все ресурсы, наверное, где-нибудь там вот выше. Ну да. Так, ну и как нам забираться с вашего разрешения? Наверное, как-нибудь вот здесь вот. Так, ну уже хорошо. Да, но как только эти ресурсы собрать? Все, отлично. Собрали. Так, ну теперь сюда давай. Up looks like a Keck construct. Пошли вы, кеты, вы мне нафиг тут не нужны. Так, мне нужен контейнер. Check out that Ket tech. Так, ну и где контейнер? Ага, отлично. Так, нужны мне этикеты или не нужны? Я думаю, что не нужны, потому что мне надо вот сюда вот. К месту интереса, потом, скорее всего, отправимся вот сюда. Развалины реликтов, еще, да, одни. Один тайничок, потом уже наверх, за ресурсами, за тайником, а потом уже вернемся сюда и сюда. Ах ты, смотри, а. Here they come. Готов. Готов. Остался последний. Отлично. Так, ну пошли смотреть. Место интереса. Я уже даже вижу контейнер, который нам нужно собрать. Отличненько. Так. А что это у нас тут за непонятный дым? Может, стоит смотаться, посмотреть? Или я уже здесь был? Да, здесь у нас кеты. Да-да-да. Мы здесь были. Давайте сюда за тайничком и по заданию сразу.
Ah, the Big Lake. Bet you can't guess how I thought of that name. Так, тайник. Вижу тайник. Ну, молодцы. Долго, конечно, справлялись, но да ладно. Все-таки справились. Так, ну по заданию. Опять какой-то будет мост, да? Да нет. Ножками, друзья, ножками. Живой, а? Так, ну впереди вроде никого не вижу, так что вперед. О! Никого не вижу. Все, вижу прекрасно. Отлично. Ну повернись ты, ну. Они прям в воздухе, что ли, зависли. Так, ну внизу осталась только мелочь одна, да? Так, а тут какая-то консоль. О, колодец. Тогда подожди. Тихо-тихо, контейнер. Так, ну вроде больше ничего интересного здесь не вижу, так что давай забирать. На Хаварле? Серьезно? Бум! Ой.
wonder why. We got the piece we came for. We can move on. Ну хорошо, пойдем выдвигаться. А то мне как-то это не очень понравилось. Попу нашу подбили. Ух ты! Круто! А теперь, наверное, туда надо будет сгонять, посмотреть. Да ты издеваешься, что ли? Ну заберись ты, ну. Ну, отлично. А я думал, тут будет какая-то консоль. Но нет. Ладно, хорошо, мы здесь закончили, получается, с вами. Тогда переправляемся быстрым дампом сюда, собираем ресурсы, контейнеры и возвращаемся на базу. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Вообще-то мне нужен, по идее, тайничок. Но что-то как-то я его сейчас тут не вижу. А, я не в ту степь поехал. Отлично. Так, это мы нашли, это мы собираем. Так, теперь давай смотреть ресурсы. Начнем, наверное, отсюда. Так, ну здесь уже мой дрон работает. Нет, падать я не хочу. Уж простите, но падать я не хочу. Тихо-тихо, все-все-все-все-все-все, вне зоны, блин. Вне зоны же было, ну. Так, ну это все, это бесполезно. Это давай сюда опять протанемся. Отлично, с этим закончили. Теперь давай сюда. Minerals have been depleted in this location. Уже вне зоны я. Targets!
Подожди, а где ресурсы-то? Я же отмечал. Ну, я даже до них не доехал, блин. Да, тоже неудобно месте, блин, гористая местность. Ну и что-то я не понимаю, я же в зоне уже. Да, ресурсов до сих пор нет. Как так? Как так? Что за бредятина? Ну какое-то повисшее опять место. Тут вряд ли, наверное, что-то вообще есть. И никаких ресурсов здесь нет вообще в помине. Ну, есть только в самом низу. Но вряд ли. Вряд ли, значит, здесь вообще никаких ресурсов и в помине, и нет. Так что переправляемся сюда, на базу. Вылазим. Я хочу сдать здесь задание. Терминал. Запрос, информация по EOS. Брэдли, поскольку теперь вы главный представитель инициативы на Элее, я прошу у вас данные по EOS. Флора, фауна, опасные зоны. Все, что по вашему мнению может пригодиться нашим будущим аванпостам. Если вы или кто-нибудь из ваших помощников собирает такие данные, срочно переслайте их мне. Спасибо, Эдисон. Пожалуйста. Так, а что здесь за терминал еще? Вот как раз здесь мне непонятно. По поводу... имена павших. Может где-то есть на карте, но мне кажется, вряд ли, но где-то есть на карте, их надо искать. Ну ладно, отправимся тогда сюда, на объект 2, стойкость, чтобы... сразиться с Ройкар. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.